всех влюбленных. На радио Нижний Новгород. 10:14 на часах, 7 февраля. На календаре до Дня всех влюбленных остается ровно неделя, и это прекрасно. С вами Татьяна Мальцева, и у нас в эфире радиопроект для тех, кто нашел свою вторую половинку, для тех, кто пока в поиске. В общем, для всех без исключения. В студии радио Нижний Новгород мы знакомимся с влюбленными нижегородцами, проверяем, насколько хорошо они знают и чувствуют друг друга на расстоянии. Генеральный спонсор проекта – лекарственный препарат «Флуганзим». Препарат выбора после травмы операции ускоряет заживление и восстанавливает здоровье. Сегодня мы играем с Жанной и Алексеем. И, наконец, у нас нарушена традиция. В студии у нас прекрасная половина Жанна. Жанна, доброе утро. Доброе утро. Ну, Жанна, как истинная леди, как красивая женщина, не могла слегка не задержаться, поэтому нервничать было некогда, я так понимаю, да, Жан? Точно. Надо было успеть просто к эфиру. Мы приготовили 5 вопросов. Жанна на них в ускоренном темпе ответила в письменном виде. Заходите на наш сайт nradio.info, смотрите онлайн-трансляцию. Вот они лежат, карточки с ответами. А мы тем временем готовы связаться с второй половиной, с Алексеем. Ему мы зададим те же вопросы. И если, Жанна, ответы совпадут хотя бы в 3 вопросах из 5, то вы получаете подарок, романтическую ночь в отеле. Как вы думаете, шансы, вот как вы оцениваете? Ну, я думаю, 100%. 5 из 5? Ну, максимум 4 из 5. Вот это уверенность. Ну, если вдруг подведет вас уверенность, все равно вы получите подарки и продолжите узнавать друг друга. Расскажите, давно ли вы знакомы с Алексеем? 5 лет официального брака у нас, а в общей сложности мы знакомы 9 лет. У вас уже есть дети? Да, сын. Какие вы молодцы. И, судя по всему, сын маленький. Мне всегда вот нравится, когда к нам приходит пара с маленькими детьми, потому что им обязательно нужно выигрывать ночь в отеле. Им нужно отдохнуть в это время от своего малыша. Но давайте тогда мы с Алексеем сейчас поздороваемся. Алексей, доброе утро. Доброе утро, Татьяна. Жанетка, привет. Привет, мой любимый, привет. Хотела сказать солнышко, мы засекли это. Поэтому мы не будем спрашивать, как обычно вас называет Жанна. 5 вопросов готовы. Алексей, как настроение у вас? Отлично. Боевое, готов. 9 лет знакомства, мне кажется, вы должны знать друг о друге все без исключения. Итак, мы задаем вопрос, Алексей, вам. Вы отвечаете, Жанна в этот момент молчит, стиснув кулачки и думает, да, давай ответь правильно. И главное, совпасть. Вопрос первый. Алексей, ваш любимый фильм? «Пила». Вот это да! 100% попадание «Пила». Я уж не буду уточнять, какая часть, по-моему, их там очень много. Мне нравится. Вопрос второй. Если Жанна вдруг вот так неожиданно приходит после работы домой и говорит, Алексей, мне тут друзья предложили сходить в ночной клуб. Причем я пойду, а ты, Алексей, дома будешь сидеть. Вы ее отпустите? Конечно, у нас доверие полное друг другу. Попадание. Второй вопрос из 2. Не каждый муж так сделает. Вы молодец, Алексей. Алексей, а вот теперь кладите руку на левую грудь и отвечайте честно. Какая у вас самая заветная мечта? Самая заветная мечта это чтобы мне моя любимая подарила ноутбук. Она была уверена, ваша любимая Жанна. Что ж ты, Лёша, подвёл ты меня? Как вы ответили, Жанна? Скажите, я вот прям покажу на камеры. Мечта твоя, я думала, что быть директором. Да, мне кажется, тоже. Мне кажется, логично. Сначала ноутбук, а потом директором. Директор, да? Что, Жанна, вы уже поняли, что к 14 февраля вам придется слегка потратиться на новый ноутбук. Так, один вопрос у нас не попал. Вопрос 4. Ага. Я так думаю, что ваше многолетнее знакомство не прошло без цветов. Ну как же иначе? Цветы, конечно, букеты, конечно. Конфеты, кафе. Вот самые первые цветы, которые вы подарили своей супруге. О, это были розы. Шикарные розы, красные. Правда красные, Жан? Да. Молодцы, совпали. Уже 3 попадания есть, 3 совпадения. И значит, что ночь в отеле, она уже ваша. Но не расслабляйтесь, потому что чем больше правильных ответов, тем больше у вас шансов на суперприз. Итак, Алексей, представляете, приходит опять же Жанна, суббота, и говорит. Алексей, вечер, суббота, так хорошо. И предлагает вам на выбор 3 варианта. Давай посидим дома и посмотрим телевизор, говорит вам Жанна. Пойдем покататься на коньках. Или давай отправимся к друзьям в гости. Вот какой вариант вы, скорее всего, выберете?
Скорее всего, третий. Друзьям в гости. Друзьям в гости. Молодцы, правильных ответа. Вы молодцы. Да, да. И ноутбук с директором, тут все очень близко. Но четыре правильных. Один пока мы откладываем. Романтическая ночь в отеле ваша. Поздравляю. Спасибо. Продолжайте. Татьяна, да, да. Татьяна, а пользуясь случаем, можно признаться любви своей любимой супруге? Супруге всегда можно. Да, то есть я... Жанна, я тебя очень-очень сильно люблю. Вот. А ты мое счастье, ты моя радость. А у нас замечательный ребенок растет. В общем, я вас всех очень люблю. Спасибо большое. Взаимно. У меня прям мурашки по коже бегут. Спасибо вам большое. И еще раз поздравляю вас с подарком. Так, сейчас секунду прям оторвусь от микрофона. Вот такой шикарный букет мы преподносим Жанне. О, здорово. Да, смотрите, как это все происходит. Ну, а приз для влюбленных «Романтическая ночь» предоставлен отелем «Домино». Отель «Домино», Почаянский овраг, дом 2. Адрес в интернете domino.nn.ru. Спасибо, Жанна, спасибо, Алексей. Спасибо. Счастья вам. И напомню, что все победители нашей игры претендуют на суперприз. Уикенд в одном из загородных домов отдыха. 14 февраля, в день Святого Валентина, мы вручим этот приз той паре, которая получит больше всего голосов в нашей группе ВКонтакте. Заходите, голосуйте. Симпатию за пару Жанна и Алексей, которые так нежно любят друг друга, мы принимаем ровно сутки. Так что всем друзьям вашим, Жанна, скажите, что надо идти в группу «Ради Нижний Новгород» ВКонтакте. Ну, а если кто-то из вас мечтает о том, как выиграть прекрасный подарок ко Дню всех влюбленных, приезжайте в студию, проходите испытания на нашем радиодетекторе и голосуйте, голосуйте за наши влюбленные пары. Следующий уже завтра в 10.10. Не пропустите. Напомню, генеральный спонсор проекта – лекарственный препарат «Флогензим» на радио Нижний Новгород.